Как дела, как здоровье, когда мы не виделись, да? А где мама? Спит уже? Спит. Хорошо. Этот приятный набор фруктов специально для вас. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо огромное. Нет, для нее у нас отдельный подарок. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо огромное. Ну и, конечно же, мой самый любимый вопрос за мой долгий год проведения таких мероприятий. Как вы думаете, от кого такой приятный сюрприз? Конечно, дедули. Они также подготовили приятные слова для вас и вашей внучки. Поздравляем, маленькое солнышко, с первым годиком, с первой твоей значимой датой. Желаем топать по дорогам удачи, весело хлопать в ладоши, очаровывать всех вокруг своей чудесной улыбкой, быть самой большой радостью для всей нашей семьи. Желаем, чтобы каждый день был интересным увлечением. Желаем тебе, солнышко, расти здоровым, любимым, добрым и счастливым ребенком. Мне кажется, бабушка с дедушкой сейчас так хотят сильно обнять внучку и своих детей. Ваши аплодисменты, не стесняйтесь, хлопайте. Ну что ж, дамы и господа, предлагаю наполнить ваши бокалы и выпить за это прекрасное маленькое чудо. Лет 70, как минимум, будет очень много приятных воспоминаний и, конечно же, пожеланий для маленькой очаровательной девочки. И, конечно же, мы также присоединяемся к вышесказанным поздравлениям и много-много желаем счастья и здоровья. Желаю, чтобы все были здоровы и чтобы нам.
всей души желаю, и мне немного дам. Хочу, чтоб были рядом любимые и со мной города. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтоб и над вами сияло солнце, ярче, чем на Магаяске. Кто-то станет жить, что гуля не знали, и чтоб ваши дети вас радовали. Oh!
Yeah.
Спасибо. Будьте счастливы. Спасибо. До новых встреч.